Всем привет! Хотел бы поговорить о сегодняшней ситуации, которая сложилась в Украине. Тактика многих граждан, когда этого не будет, и я закрыл глаза, ничего не вижу, значит, это не происходит. Это тактика 4-летнего ребенка. Она в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, не помогает и не поможет. Вот. И в определенный момент она может очень сильно подвести этого человека, эту семью, это коллектив, который предрасположен к этой тактике. Она срабатывала, когда война была только на востоке, беженцы были только на востоке, и воевали только атошники, которые реально воевали, и они знали, ну, ситуацию, положение, скажем, что такое война реальная. Вот. А для всех остальных это была просто картинка, это было кино. Вот сейчас Украина стоит на пороге сложной ситуации, поэтому каждый человек должен принимать решение и действовать. Вот. А как действовать, он должен по своему мировоззрению. Но пассивность, она как бы губительна, поверьте мне. Вот. Всем пока.